Блять, надо было все-таки игруху перезагрузить. Так а ты что, ты еще не перезагрузил, что ли? Новая миссия же. Ну блять, я просто из сервера вышел, блять, да и все. Я вправо. Ладно, сейчас я говорю, взлечу, посмотрю. Ты вправо ушел? Я вправо, вот кому-то. О, кому-то все, подхожу. Вот взлетел, оторвался, короче, высота. 300 метров прошел, все, фрезы прошли, блядь, заебись. О, и у меня так же. Будто... У меня так же бывает. Все, мы пошли курсом. Сколько да там? Я вижу вас. Ноль нахуй. Единственное, я вниз спускаться не буду, потому что на нуле вообще что-то нихуя никак. Так можно просто тупо на проходы ходить и все. Ну я так и летаю сейчас. Вот и мы, блядь, делать нехуй, свалочку залезешь. Но хочется же экшона. Экшона же хочется. Я, кстати, вот заметил, я так могу просто летать. Долго, не, ну в удовольствие это, конечно, можно вот так вот пикировал, пробил, неважно с каким результатом, ушел наверх и все. Тоже своего рода. Не, нет, когда так люблю летать, и спокойное, не вернее спокойненько, как на Фоке. Угу. Когда они сделают нормальную карту? Если Сталинград хочет, чтобы в сети запустили? Да не, в смысле, с квадратом. Вообще у всех все колом встало, блядь. С квадратами, ё-моё. Ты не знаешь, в каком ты квадрате, блядь, как говорить, нахуй. Их филд, наш филд, и пиздец. Между нашим и филдом. Ну да. На трех. Пиздец. Гон слева, ниже солнца, блядь. Так. Говоришь, что на трех тогда было эти перцы еще выше упали? Да, они где-то с 5000 на меня упали, ну. А ты сбил там хоть одного или что? Кто это не, был? Не, я вниз пошел, я в пикирование решил уйти. И что-то я в облако, и вот она земля. Я хотел стабилизатором подкрутить, и нихера. Оторвало стабилизатор. И я в землю дыдыщ. Есть! Вон они летят, кучка нахуй, слева, блядь. Пошли, много? пошли. Да, их там двое или трое, как минимум, нахуй. Ебать, там их куча целая, блядь. Работа есть! Так это три пешки, походу, что ли? Пошли, быстрее. Режьте путь, режьте угол на облака, которые с филда по прямой конец. Заканчиваются. Да, заканчиваются. Это пешки, кажется, идут. Они, короче, решили пешками группой попасть. А у них по пути, блядь, мессерок, по-моему. А, вон там уже. Сейчас все испоганит. Там. Там уже бой... А, не, это не пешки, это, ёптать, это, блядь, истребители, на. Истребители. Три истребителя. Блядь, а нахуй можно на 4,5, блядь, залезли-то, блядь? Так они на 4, ёптать. Ну, это... Они... Это точно со связью, пилоты? Конечно. Это хорошо. Они вон летают, кучкой, на. Кучка на кучку сейчас. Да? Так, ну вот это троица, да? Да. Вот это группа в полосатых купальниках, блядь. А там, кстати, четверо, там еще вот под... Это мессер наш был. Снизу, блядь. Это другой бой. Это уже... А, да? Это бонус. Бонус. Все, я пошел на последнего. Разбегаюсь на одного сейчас. Давай. Я, блядь, уже на него иду, нахуй. Замыкающего не видит. Где-то вниз сливается, к нижнему бою.
О, это вообще далеко как. Этот тебе на них. Че я ему там нормально вхуячил? Да? А хуй знает. Ты по мне там не вхуячил случайно? Нет. А что-то этот, да, какой-то раскайфованный. Вот я еще на большой скорости не могу мессером вот нормально управлять, блядь. Прицелом доводить. Получается хорошо. Так, что они вверх идут? Да. Так, этот какой-то наверх один вытягивает, да, вот я сейчас на этого, который тянется. Вот он вправо сейчас уходит. Блять. Хуёвая атака у меня была. Ну, у него вираж. Что он, где? Так, на свечку пошел. Вот он вираж, из виража вышел, пошел наверх. Сейчас я его попробую тут, блядь, йо-йо, блядь, сделать, нахуй. Так, я последнего тянущего сейчас буду срезать, нахуй. Блядь, увидел, что ли, ебаный рот. Нет, не видит, нахуй. Вот, потянулись они наверх. Блядь. Сука. Эх. Что, порнул один? Добивайте его, нахуй. Я со вторым так, он к вам красный пошел. Справа сзади заход будет. На меня. На солнце кто идет справа сзади? Ага. Они пошел виражи, вниз. Короче, в круге стоят в правом, блядь, и все, нахуй. И вообще не ебет, блядь. Я просто не могу вписаться, нахуй. Так, есть. Не, можно вписаться, но, блядь, я не хочу энергию что-то проябывать, нахуй. Блядь. В пизду, блядь. Тем более. Короче, все нахуй, шахматы, блядь, начались. Один так, минус. Так, отлично, ёбнули кого-то. Угу. Сейчас они поживее. Шесть. А, нет, отбой. А у меня в правом вираже еще машина стоит. Нет, на солнце пошла. Кто сейчас атаковал, на солнце пошел машина. Вижу. Дохожу на него. Он через низ развернулся, блядь. Что-то он задымил, на. Да, дымный еще якорек у меня на 6. Давай, вытягивай, сейчас он пойдет, я слежу его. Не, что-то у него с двигателем, кажется, что-то он притих наш. Все, дымный свалил, на. Угу, еще один был. Он атакует кто-то кого-то, блядь, не вижу я. Да это я атаковал сейчас, яко. Ага. Ну трассы метров 15. Но да, вообще там не там где-то на. Ой, только сейчас задымился на. На нахуй, ну вот сейчас должен, блядь, был попасть, сука, ну чё такое, блядь, в упор же, блядь, стрелял. Ёбаный в рот, блядь. Я говорю, с таким пингом это нереально, блядь. Так, ещё один прилетел, ещё. Да. Не, 6, блядь, 6. Блядь, нахуй, сука, въебался в него, блядь. Срезал. Так, этот низ провалился, блядь, за ним пошёл, на выходе возьму. Нихуя не пошел на выходе, нет, пойдет.
Вниз не ходи только за ним сразу. Ага. Внизу его там долбишь, да, вот на уровне облаков? Угу. А все, он сейчас вниз свалился. Захожу на него. Что, мне взлетать к вам? Он за мной тянется, видишь его? Да-да-да, ага, да, захожу, вижу. Захожу. Давай-давай. Взлетай, взлетай, конечно. Отлично. Блять, ну нормально их нащелкали, блять. Если бы я бы маленько не затупил, блять, было бы в ноль. Под нами, Серега, под этим дымящим, вот дымящий падает там внизу кон. Ага, но на фильтр, а на него мест заходит. Да-да-да-да. Но он вроде целый. 6-6-6-6-6. Блин, у виража 6. Кто по мной прошел? Высота. Опа! У вас сколько высота сейчас? Так, он тебя потерял. 2500. Это не я, Серега. Не ты. Я вот с ним сейчас закрутился. Встал. Ага. Есть, нахуй, срезал ему тут что-то там, РВ, нахуй. Еще нахуй. Ее, блядь! Еще. Ты за мной, да? А нож кидал вверх, грибу высота 2,5. Так, за мной. Так, эти два мессера парой ходят. Это за мной мессер какой-то просто идет. Ага, ага. Я тебя не вижу со ножками. Где ты? Я у тебя сзади на 6. А, это ты со мной вот? Оно. Нет, нет, я оно дал. Это километра 3 на север. А, вон, вижу. На вас, ага. Вижу, вижу, вижу. Ну нормально мы так их раскатали на. У меня сзади машина высоту набирает, верхняя кромка облаков. Вижу. Вижу, 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 вижу. Что, вы уже ниже спустились, что ли? Уже надо облаками слить. 3000. Подныриваю под него. Так, вы под над вот этим филдом стоп. Дальним? Ты пошел на него. Ну иди, иди, иди. Я перехвачу. Здесь якорь пришел. А вроде за тобой не пошел. Нихуя, пошел. 6. Плотно? Олег, 6. 6. Бросил? Нет, все, работай дальше. Вижу, вижу, я вижу. Я забираю. Блядь. Что там у тебя, все нормально? Нормально, да. Я этим вижу, занимаюсь. Кажется, у вас. Так, кто-то там в облако упал. Наверху ну, самолет остался, это... пикирует. Это я. Кто в облако пикирует сейчас? Мистер. Эх, у меня пулеметы одни остались, нахуй. Так, а ты где? Так, вон вижу самолет дальше, дымится над ним кто-то, блядь. Вот он дымится, кто я с ним. А, вижу, вижу тебя, ага. Давайте помогать, а то у меня эти пулеметы еще заебут. Иду, 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 иду. А тут под некоторыми ракурсами крафт пропадает.
сейчас увидел, Олег делал вираж и пропал. Хуя он там выделывает, блять, ага. Ебаный в рот. Не, с пулеметами надо плотно вставать, блядь. Опа, кончились пульки, нахуй. Пульки кончились. Добивай его, нахуй. Блять, а у меня это... слайд-шоу. Да ебаный в рот, блять, нахуй, сука, я сейчас убьюсь, блять. На этих на нулях, блять. Да, он сам убился. Пидорасы, блять. Вот все пиздец, вниз как спускаюсь, захожу, нормально, блять, надо стрелять, вот такая вот хуйня, блять. Че у вас там? Патронов много, я домой на. Не знаю, ну, что давай. У меня самолет как-то, блядь, непонятно летит, блядь. А ты землю, ты кажется, месте, цепанул, блядь. Нет? Что-то прям возле земли ты так да прошел. Да нет, нет. А ладно, похуй, давайте возвращаться, я тоже вернусь, блядь, чтобы взлететь потом вместе, блядь, не искать друг друга мозги. Кто там в вираж развернулся опять? Да это я, блядь, тем курсом нахуй пошел, блядь. Иду, блядь. Я встал, ну, хорошо, на, вот это... на 270 пошел. Ты из облака не вынырнул? Вот сейчас буду выныривать. А, вижу, я у тебя справа выше. А, вижу. Ты что, вы над облаками уже? Угу. Да. Вижу разрывы зенита, а контакты не вижу, блядь. А, вон в облаках вижу. Где-то тоже зены, блядь. Там пиздец, уж паровозик. У меня там все чисто, Серега? У тебя чисто, да. Вон, смотри, у тебя якорь справа. Будешь его забирать? Вон справа. Да я вот тоже думаю. Если к тебе не подойдет. Не, ну я пикерну, иди, если что, здесь все патроны. Ладно, давай, есть, но... да. У меня нормально сюда. Ты про тот, который над филдом, что ли, там? Да, да, ага, вот на 2000 ага. Над филдом, иди помогай ему, Тёма. Я побежал домой. Опа, и у нас над филдом зены шпает. На 2000. Блять, лучше к нам тогда, ладно. Да тут от этого к нашему, блядь, 2 метра. А, увидел. Их тут двое, блядь, в левом вираже стоят. Да, один, кстати, такой на нормальной энергии в высоте, блядь. Я выпрыгнул, а эти двое подо мной остались. Ты подстрижешь кого-нибудь? Я низко, мне не, высоты не хватает. Я вот сейчас за верхним наблюдаю, блядь. Посмотрю. Дотянуться до него, нет? Давай. Привет. Привет. Это еще раз. Здорово. Привет. Я тогда вот этого заберу. У Дальний Восток сюда? А. Хорошо. Так, что-то я на вертикалях так, с якорем. Что-то... Да-да-да, ты зря там закрутился, потому что там еще их, кажется, двое.
Ну вот я хуй знает. Короче, ты его подвел. У меня там что-то. Ты его подставил. Ой, тут их много, слушай. Пизду, короче, все, меня нету нахуй. Я на срыв, ебать. Ну давай, за тобой все эти три поросенка. Ну вот и ништяк. Пусть, блядь, теперь поищут нахуй.